Приветствую вас на моем канале, спасибо, что заглянули ко мне в гости. Меня зовут Лилия Донскова, и сегодня у нас обзор топ-10 продукции каталога Oriflame номер 17. Это завершающий каталог года, и давайте как следует подготовимся, чтобы Новый год встретить просто замечательно. И не только вы, чтобы его встретили хорошо, но и ваши клиенты, чтобы были все с подарками и с классным настроением. Я заложила 10 закладочек на самые мои любимые странички, те, о которых я сама рассказываю своим клиентам, акцентируя их внимание на самых классных предложениях нашего каталога. И начнем с самого начала. Буквально с первой страницы у нас супер-мега предложение. Это две туши для ресниц, 5 в одном, и XXL 5 в одном в праздничной упаковке. Это моя любимая тушь, и я вам даже покажу праздничную упаковку туши 5 в одном. У нее удивительная кисточка, и в этой туши будет супер мега насыщенный черный пигмент, то есть она будет на ресничках смотреться еще круче, чем предыдущая тушь. То есть ресницы будут более выразительные, объемные, красивые, эффектные, длинные, подкрученные. Как раз именно то, что нам нужно к Новому году. Сама себе обязательно закажу такую тушь. Во-первых, я всегда заказываю себе тушь в новых упаковках. Во-вторых, у меня как раз истекает срок той туши, а тушь я обычно пользуюсь 1-2 месяца, это максимум, и меняю ее для того, чтобы мои глазки чувствовали себя комфортно. Так рекомендуют косметологи. Итак, это предложение мы обязательно показываем нашим клиентам. Кстати, тушь нужна всем, и даже если девушка говорит: тушь у меня есть, вы можете сказать: но она же кончится, и 1-2 месяца нужна будет новая, возьми в запас, уже будет тушь по хорошей цене. Следующая страничка, я их объединила, это две странички, новинка в серии Divine, новый аромат. К сожалению, нет пробника на аромат, но можно потереть ароматизированную страничку, и аромат мне понравился, я себе однозначно беру. У меня в последнее время не часто такое бывает, что я сразу западаю на аромат. Обычно я пропускаю уже 2-3 аромата, потом какой-то меня цепляет. Этот меня сразу зацепил, мне понравилось все, и дизайн, и нотки аромата, и я его хочу, и цена, кстати, всего 799 рублей. Но я сакцентирую ваше внимание на наборе. Что входит в набор? Это шикарнейший парфюмированный крем для душа и лосьон для тела, тоже парфюмированный. Они придут вот в такой вот упаковке. Это прошлогодняя как раз коллекция, тоже приходила в праздничном дизайне, у нас была мисс Джордания. Я в восторге была от этого лосьона, заказывала себе 2 или 3 набора и с удовольствием ими использовала. А это даже не выкидываю, просто чтобы показывать, хотя он уже кончился, здесь пустой тюбик, к сожалению, но выкинуть рука не поднимается. Так вот, будет вот такой же формат. Посмотрите, как это эффектно, стильно смотрится в ванной. Это просто, просто заходишь и сразу взгляд цепляется за этот продукт. По качеству мне очень понравился крем для душа. Когда им купаешься, он, во-первых, классно пенится и сразу дает приятный аромат, и после крема для душа кожа не сохнет. Это именно то, что нужно зимой, потому что зимой зачастую бывает, что от воды, в которой, ну, к сожалению, много хлорки, кожа иссушается, воздух в помещении сухой, на улице холодно, то есть кожа зимой, кстати, очень сильно страдает, поэтому ее нужно активно мазать кремом. И не экономьте крем, потому что кожа сохнет, истончается, и если вы ее не напитаете, то к лету, к пляжному сезону, она у вас не будет выглядеть так, как бы хотелось. Поэтому набор будем рекомендовать, на него шикарная цена, всего 399 рублей за такой классный набор. Я себе возьму однозначно, и даже не один. Следующая страничка, кстати, смотрите, как удобно, когда есть закладочки в каталоге, нам не нужно его листать, нервничать, терять время. То есть мы быстро открываем закладочки, показываем клиентам, почему мы именно на этих страничках акцентируем их внимание. Я выбрала набор для мужчин, это Лидер, аромат, и аромат, кстати, 100 миллилитров, и пена для бритья. Я вам покажу остатки аромата, мы Мишу такой брали, вот у него прям последние капельки. Аромат нравится, он очень стойкий, очень долго, не очень долго он у нас этот аромат, при том, что Миша им пользуется практически каждый день. Я его рекомендую с удовольствием
всем мужчинам, мы такой дарили папам своим, брату, им тоже очень понравился, поэтому я выбрала этот набор для мужчин, думаю, будет он пользоваться огромной популярностью, потому что нужные продукты и пена для бритья, и аромат всегда в хозяйстве пригодятся, и мужчин же тоже нужно чем-то побаловать. Далее обращаю ваше внимание на тональную основу Giordani Gold, это минеральная тональная основа, у нее SPF 15. Я вам покажу упаковку, но здесь у меня антивозрастная тональная основа, просто минеральной, к сожалению, нет. Где у нас мастер по открыванию коробочек? У Миши новая должность. Почему я обращаю ваше внимание на этот тон? Он действительно очень классно преображает кожу, защищает ее. Многие думают, что зимой кожа не страдает от солнца. На самом деле зимой, когда ложится снег, еще активнее солнце влияет на кожу, а первый фактор старения кожи — это фотостарение, то есть солнечные лучи. Спасибо, Михаил, как всегда, пришел на помощь. Вот такая вот упаковка, то есть тональная основа приходит в коробочке, и то, что удобно, она с дозатором, то есть не нужно открывать крышечки, закручивать, раскручивать, то есть есть дозатор, очень удобная форма упаковки. Благодаря дозатору расход у тональной основы меньше, чем у тональной основы из тюбика, и в принципе мне просто очень нравится этот тон, я себе тоже буду заказывать, потому что брала его давно, помню, что он мне очень нравился, и я хочу повторить, потому что все-таки тональная основа Giordani, она ну просто фантастическая, и мы ее рекомендуем другим, потому что ее любят клиенты, и кто хоть раз взял тональную основу Giordani Gold, все время хочет к ней возвращаться. Далее следующая страничка, где у нас, да, здесь сразу два набора, я вам покажу только один, который для меня это с левой стороны, но я хочу обратить внимание на оба набора, потому что это просто восхитительная цена, всего по 199 рублей, если без скидки цена набора 780 с правой стороны и, по-моему, 500, сейчас скажу, где набор, маска, гель, ля-ля-ля-ля-ля-ля, не вижу, где набор целиком. Ну ладно, ну цена набора 199 рублей, это очень выгодная цена. Набор будет выглядеть вот таким образом, это гель для ресниц и бровей, это мой гель, я им пользуюсь. Чем он классный? Во-первых, он нужен для всех, у кого истончились реснички, если они выпадают, если они обламываются на кончиках, и то есть ну, вам просто не нравится, как выглядят ваши реснички, то обязательно возьмите этот гель. Он прекрасно увлажнит ресницы, вернет им цвет, то есть они однозначно становятся темнее. И что мне очень нравится, это особенно классно под тушь. То есть я наношу этот гель, даю ему чуть-чуть питаться, а сверху наношу тушь, и тушь ложится более объемно и эффектно. Когда сама вот эта кисточка ну, со временем пачкается, ну где-то месяца два я пользуюсь гелем, может быть чуть поменьше, 1-1.5, то есть я смотрю по состоянию щеточки, то есть если она у меня испачкалась, то есть становится серого цвета, я ей больше не пользуюсь, я начинаю ухаживать этим гелем за бровями, потому что его здесь очень много, и как раз ну, брови далеко от слизистой, то есть я спокойно могу на них наносить этот гель, а для ресничек уже открываю свежий гель. И вторым компонентом набора является маска тканевая, вы можете выбрать любую, или антиоксидантную, ту, которую сейчас держу в руках, или с апельсином и органическим овсом. Антиоксидантная, она с виноградом и гранатом, я, кстати, эту маску очень люблю, мне нравится ее наносить на кожу, после нее такой эффект, сразу как будто вот, я не знаю, как будто я приехала из отпуска, объелась тропических фруктов, лежала на солнышке, балдела от свежего воздуха, то есть отдыхала, спала сколько угодно, то есть она мгновенно восстанавливает кожу, она выглядит сияющей. И такую маску особенно рекомендую использовать перед праздником, то есть утром 31 числа вы наносите эту маску, и вечером вы будете просто самое сногсшибательное. Поэтому такой набор берем обязательно, я себе возьму этих наборов бесконечное количество. Кстати, почему я в прошлом каталоге не взяла эту маску, хотя планировала в огромном количестве взять по 99 рублей, потому что я увидела предложение каталога и поняла, что намного выгоднее взять маску и гель вместе, потому что гель по такой цене за 99 рублей ну просто нереально купить, поэтому у меня будет в заказе таких штучек очень много.
Продолжаем. Следующая страничка, кстати, пропускаю много-много страничек и оказываюсь в конце каталога на детском наборе «Русалочка». В набор у нас входит туалетная вода, которая так вкусно пахнет. Я ее уже пробовала, и поэтому хочу еще раз нанести. Это просто волшебный аромат. Я думаю, девочки будут в восторге. И вот такой вот кусочек мыла, он запечатанный. Мы сейчас с вами его раскроем и посмотрим, что же у него внутри, потому что у нас обещает быть там рыбка-леденец. Да, это Дороти? Я не путаю? Нет, не Дороти. Ну, я не помню, как зовут рыбку из мультика, но выглядит это очень аппетитно. Так и хочется его съесть, потому что очень вкусно. Я думаю, девчонки будут в восторге просто от этого подарка. Если вы еще и положите это в красивый пакетик, завяжете розовой ленточкой, то они точно будут вас любить бесконечно. Вы просто покорите их сердце, однозначно. Это очень красиво. Все вот придет вам в такой упаковочке. Только я сразу предупреждаю, что на первой неделе каталога, скорее всего, это закончится, потому что цена набора всего 299 рублей. Что еще можно купить за 299 рублей? Какую-нибудь мышку, мягкую игрушку, которая будет потом валяться. Итак, в набор входит туалетная вода, мыло, 299 рублей. Налетаем, разбираем. Следующая страничка, та-дам, то, что вы просили показать и рассказать, это набор корица. Он у нас был уже в прошлом и, по-моему, в позапрошлом году. Это мой любимый аромат, потому что я обожаю выпечку с яблоками, с корицей. Сама часто делаю такие плюшки из слоеного теста. Я нарезаю свежее яблочко, посыпаю корицей, и это точно такой же аромат. И я сейчас вам покажу это мыло. Крема у меня, к сожалению, нет, но крем, он по качеству похож на крем облепиховый, если вы пробовали, или крем алоэ. То есть это легкий крем, который чудесно увлажняет кожу, при этом не оставляет липкости. Так, справлюсь ли я сама? А, нет, не справлюсь, отдаю мастеру по открыванию коробочек. Сама пока расскажу про крем. Крем очень вкусно пахнет, классно впитывается, не оставляет вот этой вот липкости. И точно, если вы любите аромат яблока и корицы, то вам понравится этот набор. И при этом он выглядит по-праздничному, то есть такой новогодний классный дизайн. Вот такое вот мыло. Извлекаем, и тут внутри яблочко. Смотрите, какое оно красивое. То есть яблоко как леденец, оно прозрачное. Я вот насквозь его не вижу, но я вижу, что здесь есть надписи через него. Apple написано и снежинками украшено, все так классно. Пахнет просто. И почему у меня это мыло сохранилось? Потому что я их в прошлом году брала, наверное, штук 15 кусочков. Я его просто обожаю. Это чудесный подарок. Все, кто его пробует, у меня всегда в восторге. И расскажу вам про него историю. Так как оно очень вкусно пахнет, я его использую как ароматизатор. И открываю, кладу в белье. И один у меня лежит просто на столе, на рабочем. И вот этот аромат все время вот меня вот окружает. А мне приехал брат из Москвы, я как раз сидела за столом, работала, он подошел ко мне, болтает и говорит: слушай, чем так вкусно пахнет? Просто, говорит, невероятно, откуда этот запах исходит? Я говорю: вот это, наверное. Он берет: да, это оно, а можно я возьму к себе в машину? Я говорю: тоже такое хочу. Я говорю: конечно, забирай. Вот, я ему дала новый кусочек запечатанный, и он его очень долго возил с собой в машине. Действительно, как вкусно пахло в машине. Я говорю: слушай, невероятно классный ароматизатор. Так что рекомендую, шикарный набор, всего 149 рублей, цена набора, нужно брать однозначно, это точно выгодно. И последняя закладочка, конечно, я хотела намного больше положить. Нет, не последняя, еще одна, то, что я хочу вам показать, но я не отметила, мне не хватило закладок, потому что я выбирала между вот этим набором с ванилью. Ну, это, конечно, без обсуждений, он однозначно очень крутой. Единственное, что нам его не прислали для теста, я его нюхала только от каталога, но в набор входит, то есть не набор, а в эту коллекцию входит пена для ванны, всего 119 рублей
300 миллилитров, представьте себе, 300 миллилитров такой вот классный бочонок будет. А в наборчик за 149 рублей тоже входит крем для рук и мыло, то есть это будет вот похожий набор, как вот мы с вами смотрели, только здесь мыло будет другой формы и непрозрачное. Я думаю, что это будет круто. Но я вам хотела еще один наборчик показать, это 11-й набор. Вот он здесь на этой страничке, и в этот набор входит масло авокадо и шампунь для волос, тоже ромашка и авокадо. Вот такой наборчик, не могла я его пропустить, потому что это крутое предложение. Всего 399 рублей масло и чудесный шампунь 2 в 1, который прекрасно питает волосы, ухаживает за ними, волосы после него классно расчесываются. И хоть он и 2 в 1, все равно рекомендую после него нанести масло. Масло можно не смывать, если волосы очень сухие, как у меня, то масло оно впитывается без остатка и его не видно на волосах. Если же вы по ощущениям смотрите и видите, что лишнего нанесли, да, это классно, просто дайте волосам напитаться минут 30-40, сделайте вот это обертывание, пусть масло согреется и напитает волосы, а потом смойте этим же шампунем, и будет чудесный просто эффект, сказочный. У меня уже есть заказы на этот набор, поэтому я не могла про него не рассказать. Вот и все, я не стала говорить про последнюю страничку каталога, но если вам это нравится, то вы тоже можете отмечать это закладочками. Итак, давайте подведем итог. Мы выбрали с вами продукты, я на свой вкус предлагаю, вы выбираете на свой вкус и по своим клиентам, то что, как вы думаете, им точно понравится, они это любят. Кстати, я еще румяна в шариках хотела отметить, ну ладно, уже и так перебор. И не поленитесь, купите себе вот такие закладочки, они продаются в любом канцелярском магазине, я даже их видела в фикс-прайсе. Купите и используйте их, кстати, можно с каталога потом снять и прилепить на новые каталоги. Это акцент, который поможет вашим клиентам определиться с заказом. Сделайте еще такую фишку, прилепите на переднюю страничку каталога листик, я не закрепила, но рекомендую это делать, просто чистый лист, двумя скрепочками прикрепите, нижнюю часть подверните, чтобы лист поместился как раз по размеру каталога, и вначале напишите «мой заказ» и укажите несколько продуктов, которые вы хотите точно заказать. Чуть ниже напишите первый заказ, который вы уже получили, попросите кого-то написать, вашего первого клиента, чтобы он вписал сюда заказ, и этот каталог передавайте от одного клиента к другому и просите заполнить этот бланк, чтобы заказы не потерялись. Уточните время, когда вы заберете каталог, чтобы к этому времени они заполнили этот бланк и все заказы вы заберете, чтобы отправить вовремя и получить. Ну и договаривайтесь уже о способе оплаты и в какой день принесете заказ. Будьте вовремя, будьте обязательными, будьте ответственными и будьте сами своими самыми лучшими клиентами, потому что ваши клиенты всегда будут спрашивать, а ты сама пользуешься, а ты сама себе это берешь, а что у тебя на губах, а какая тушь у тебя. То есть чем больше вы покажете людям, что вы сами очень любите эту продукцию и сами ей пользуетесь, и она дает классные результаты, тем большая вероятность, что у вас точно будут заказы. Я вам желаю крутого завершения года 2019, чтобы все ваши планы были реализованы и в новый год вы вошли с отличным настроением. С вами была Лилия Донскова. От вас лайк, если видео полезное, в комментариях пишите обратную связь, отзывы и подписывайтесь на наш канал. Ну а если у вас еще до сих пор нет дисконта от 20 до 80% на весь ассортимент Oriflame, заполняйте анкету прямо под этим видео. Я с вами свяжусь и скажу, с чего начинать. Все, точно, пока-пока.